Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады видеть вас всех. Немножко мы подзадержались, но нуждали всех наших гостей. Сегодня наш, можно сказать, весенний, как я и обещал, концерт нашего камерного состава, трио. Но решили мы начать еще в более камерном дуэте с нашим любимым музыкантом, человеком, который принял участие в записи как раз нашей дебютной пластинки нашего трио. Это замечательный музыкант Алексей Заволокин на басу. Мы хотим начать с ним действительно вдвоем сегодняшний концерт и сыграть пьесу, которая как нельзя больше, как мне кажется, подходит сегодня по смыслу, потому что она у нас на пластинке записана вдвоем, и на пластинке она называется «Весенняя песня». Мы долго ждали такого официального повода для этой композиции, мне кажется, сейчас это время пришло. Итак, мы начинаем «Весенняя песня». Thank you.
Спасибо. Ну а теперь я приглашаю уже, можно сказать, наш полный симфонический оркестр, наш третий участник, мой любимый музыкант и барабанщик, мой друг Петр Ившин. Мы сыграем пьесу, тоже когда-то была уже записана наш альбом. Кстати, если что, альбом наш лежит на барной стойке, кому-то, если это будет интересно, он выпущен именно лейблом Artbeat, в общем-то, тем самым лейблом, под которым и существует этот замечательный клуб Алексея Козлова. И мы сыграем пьесу с этой пластинки, она называется «Нехитро», «Прелюдия номер два». Thank you.
Спасибо большое. Сейчас мы сыграем пьесу, которая еще нигде, в общем, не записана, не зафиксирована. Вот только мы иногда играем на наших концертах. И, кстати говоря, надеемся, что в самое ближайшее время запишем и второй альбом, где эта композиция точно там будет. Назвал я ее по мотивам одного из моих очень любимых фильмов. Ну, сейчас, мне кажется, даже не очень важно, да, какой это фильм. Мне кажется, сам какой-то музыкальный образ, который получился в этой пьесе, он даже важнее. А называется эта пьеса «Отражение». Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Петр Ильич, Алексей Заволокин. Мы сейчас сыграем пьесу, которая называется «Friends, друзья». И у нее очень странная история. Дело в том, что я ее записал на альбоме вообще дуэтом с человеком, именем которого и назван этот клуб, то есть с Алексеем Козловым. А потом... Да, я, кстати, его просил смотреть сегодня наш концерт, потому что у нас идет прямая трансляция. Да, если так, Алексей Семенович, привет. Вот, и, в общем, неплохо, наверное, получилось дуэтом, но как-то очень хотелось потом эту пьесу продолжить играть вот в нашем составе, и мы решили ее усовершенствовать для вот такого уже ансамбля из трех человек. Вот так мы и играем. Композиция «Friends».
Спасибо большое. Мы сейчас играем тоже новую пьесу. Совсем недавно ее начали играть.
Она называется «Дежавю».
Спасибо большое. Мы теперь хотим поменяться немножко дуэтами и сыграть с Петей тоже достаточно новую пьесу, которой я не очень еще пока придумал название, но мне почему-то кажется, что такое название и останется. Она называется «Что-то новое».
сейчас сыграем пьесу, давно очень нами не игранную. У нас еще есть... Я сейчас вспомню, что еще одна есть пьеса, которую мы планировали сыграть. Но это не так важно. Мы сыграем сейчас пьесу, которую давно действительно не играли. Она называется «Элегия». И она вообще была одной из самых наших первых композиций, сделанных вот этим составом, еще до записи всяких там пластинок. Эта пьеса оказалась какой-то такой основополагающей в стилистическом, что ли, направлении вообще нашего вот этого проекта втроем. Потому что трио как-то существует очень много, и вообще очень-очень-очень попсовый такой и популярный формат именно вот джазового сотрудничества. И никак мы не могли вообще понять по стилю и по настроению, в какую сторону двигаться. Потому что я лично трио всегда любил из-за того, что ноты не надо писать. Мало музыкантов, можно себе там что-то накалякать, а ребята, в общем-то, и сами как-то все понимают очень быстро. Вот. А вот эта пьеса «Элегия», она как-то очень нас направила именно вот в стилистическом движении вот той музыки, которую хочется играть. И мы ее даже не знаем, как назвать. Это, в общем, совсем не джазовая музыка. В общем, какая-то с элементами, может быть, немножко современной академической музыки. Вот Петя мне сегодня сказал, что, оказывается, существует новый термин. А как он, Петя, точно называется? Новая русская музыка. Вот. Но это, он, конечно, очень оригинально звучит. Вот. Но будем считать, что вот это может быть где-то она. Итак, пьеса, которая называется «Элегия».
Спасибо большое. Мы сейчас хотим уже, наверное, ближе к завершению нашего концерта сыграть. У нас так получилось, уже целая маленькая сюита, потому что она состоит из нескольких пьес, которые мы решили как-то объединить вот в одно такое целое, и получилось какое-то цельное такое произведение, которое мы уже играем просто без перерыва, потому что, ну, как-то по идее они очень подходит друг к другу. Мы начнем с пьесы, которая называется тоже очень оригинально, «Прелюдия номер 3». Я всегда тренируюсь как бы в чувстве собственного чувства и в чувстве юмора, потому что говорю, что я не очень плодовитый композитор на прелюдии. У меня цикл и как раз из трех прелюдий, вот это последняя. «Прелюдия номер 3», а потом она перейдет в нашу с Петей еще совместную композицию, которая как небольшое вступление, в общем-то, будет предшествовать основной пьесе, которую мы и закончим. А основная пьеса, она называется «Аура», которая тоже еще пока не записана, но скоро мы ее обязательно сделаем.
Thank you.
Петр Ивсер, барабаны. Алексей Заволокин, бас. Меня зовут Дмитрий Лунгин. Спасибо, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Мы, конечно же, ждем вас на следующих наших концертах. И, по-моему, в следующем месяце у нас тоже будет здесь концерт. Спасибо вам огромное. Мы сыграем вам еще одну, с вашего позволения, тихую пьесу.